Мы приехали в Сириус Хотел, 4 звезды. Перед входом в отель красивая ухоженная территория, которая усыпана зеленью и цветами. Сразу при входе ресепшн и лобби отеля. Так, в основном корпусе у нас 54 номеров и 10 бунгалов, расположенные возле бассейна. В каждом номере есть кондиционер индивидуальный и чайник электронный. Есть мини-бар, куда заполняют воду каждый день на каждого человека по 0,5 воды. Также есть номера в сейф, он у нас классный, стоимость... Да, мини-бар. Даже при заезде софт нет. Парк из парка нет. Нет, к сожалению, только воду наполняем. Также есть сейф, у нас платный, стоимость сутки $2. И Wi-Fi в номерах платный, стоимость сутки $2. В лобби бесплатный. Завтрак, обед, ужин, шведский стол. Каждый день с 11 до 5 лепешки пекут гозлеме возле бара. Кофе-брейк есть с 6 до полседьмого и мороженое с 6 до полседьмого. Пляж первая линия, 3 минуты ходьбы. Да. Сколько от отеля до пляжа? 3 минуты. Есть бар. Он получает, дороги нет, он прям буквально вот здесь переулок, и по ней минут 3 ходьбы. Еще раз. Ну там между Квинспарком и Казарисроузом, да, у вас? Да, проход. Между, да, проход и по ней прямо, да. Угу. Есть бар, полотенце пляжное бесплатно. Так, есть анимация, русскоязычный персонал. Поздравляем день рождения с аниматорами. Фрукты, вино в номер еще отправляют. Репит гостей тоже фрукты, вино, то есть повторных очень много. Угу. В принципе, все. Какие-то халаты, тапочки в номере? Тапочки есть, да, шампуни, кондиционер все ставим. Тапочки, халат нету, халат только ставим для молодожен. Детское питание? Детское питание есть, но немного, но стараемся. Баночное питание для маленьких детей? Нет. Аренда колясок? Ну, есть у нас один, вот даем. Ну, не в аренду, а так. Стоим. Просто даете коляску, да, если она есть? Она у вас одна? Одна. Еще раз. Бесплатно? Нет, бесплатно, так просто даем. Одна только у нас. В основном со своими приезжают. Мужчин одиноких. Целенький. Еще раз. Одиноких мужчин. Ну. Целенький? Ну, да. Без проблем? В смысле целить? А, подселяем на кого-то? Нет, но если приехало два мужчины, вы их заселяете? Ну, да. Хорошо. Дискотека есть на территории отеля? Ну, анимация работает. А ночной детская, клуб? Клуба нет. Нету ночного клуба? Ну, анимация работает, детская. А со скольки до скольки работают бары на территории отеля? Бар с 10 до 11. Дискотека? Нету. Ну, дискотека, вот то, что в анимации, где-то до 11 играет музыка. Бар с 10 до... До пол 11. Бар, у нас бар один, да, возле бассейна, пул-бар, да. На пляже с мэтром?
Есть бар небольшой, там пиво и газированные напитки. А покушать на пляже возможно? Нет, только здесь. Только это. Там нет. Горячие супчики есть у вас? Супы, да, конечно. Нет, поздний ужин. Ну, поздний заездом мы обязательно оставляем холодные закуски, да, что-то перекусить обязательно. Горки есть как для взрослых, так и для детей? Да. У вас на баре представлен местный алкоголь или импортный тоже есть? Нет, местный. Только местный. Да. А когда последняя реновация была? Еще раз. Последняя реновация в отеле? Где-то 2 года назад. Ну, мы стараемся. А в каком году построен отель? Извините. Да. Не знаете, да? Да, sorry. Хорошо. А кто в основном живет в отеле? В основном русские. Русские? Украинцы, русские, турки приезжают. Молдаване, Молдова и Беларусь чуть-чуть. А эконом номера у вас есть? Нет, все стандарты. Все стандарты. Стандарты бунгало. Угу. Бунгало свободных нету, здесь один номер есть. Могу, почти не было еще заезда, могу показать, если желаете. Бунгало, да, вы будете нам нет, показывать? Нет, здесь. А там стандарт? Нет, к сожалению. Она покажет номер бунгало или... Стандарт. Здесь, к сожалению, нет, только один. Только. Ну, в принципе, ну там буквально чуть-чуть, да, но он просто... Кто тебя не бросится туда, чтобы с коляской туда. Подскажите максимальное размещение в номере стандарт. 4 размещаем. 4 плюс инфант или это с инфантом уже? В общем 4 вмещаемость. Что? 2 плюс 2. Нет, такого нет. 2 плюс 2. Плюс 2. Имеется в виду размещение? Двое взрослых, двое да, детей, да? Один молоком, подросток и один инфант, да, верно? Да, да, да. То есть это... Да, давай один номер я покажу, потом. Мы смотрим стандартный номер отеля. Есть косметика. Душевая кабина, унитаз. Дальше смотрим комнату. Это максимальное размещение в этом стандарте 2 плюс 2. Ой, извините, 2 плюс 1. Попутал. Есть чайный набор. С мини-бара только водичка. И сейчас посмотрим вид с балкона. Вид с балкона у нас на главную дорогу. На самом деле Gastrolation сказал нам неправду, потому что отель находится не в 3 минутах ходьбы от моря. Наверное, чуть-чуть больше, потому что после отеля идет еще одна дорога, потом идет пустырь, и после пустыря аж море. Поэтому, к сожалению, пляж я вам не покажу, так как к нему нужно идти. То есть он не находится возле отеля. А так, в двух словах, отель очень-очень бюджетный. Ну вот так вот. Сейчас покажу вам территорию отеля. Территория у отеля очень маленькая. Сразу видим, что стоит пул-бар. Возле пул-бара сразу сцена, то есть амфитеатр. Вот такой вот один бассейн, горка и шезлонги.